жив? Ты жив. Я жив? Но мы видели твой скелет. Ты был мертв. Ты призрак. Надеюсь, этому есть какое-нибудь удивительное объяснение. Говори, привидение. Ну ладно. Ладно. Вы вправе знать правду. Все началось тогда, в обсерватории. Ты похитил Роксану, я собирался тебя остановить. В тот день я был сам не свой. Да и вообще, мы потеряли азарт. Поэтому, используя свою суперскорость, я решил проветриться. И тут я понял, что мы разыгрывали этот дурацкий спектакль миллион раз.